Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы с вами продолжаем игрульку Car Mechanic Simulator. В прошлой серии мы с вами отремонтировали сюжетный автомобиль. В этой серии у нас Поршаки, Чероки, вот такие, знаете, нам доверяют уже более-менее элитные автомобили. Я думаю, что пиздеть много не будем, топливная рампа, непосредственно спрыск. Пиздеть не будем, а будем ремонтировать тачки. Так, где топливная рампа? Кто-нибудь в курсе? Пустой коллектор. Крышка. Короче, где-то здесь, да? Быстренько починим. Так, блядь. Так, секунду, блядь. Запишем. Блядь. Чуть совсем забыл, как гонять. Чуть пойдем. Блядь, где? А, вот. Так. Топливо его. Две штуки нам надо. Так, у нас 7-й уровень, увидим, да? Ну ладно, может, какие-то говна эти. Автослесаря сделаем все по чесноку. Все, до свидания, блядь. Че там? Так, куда его, блядь? У нас один, да? Поставили. Возьмем какой-нибудь новый, допустим, тормозные диски. Подвеска Porsche. Давайте. Сегодня у нас Porsche, да? Так вот встану. Фоторежим. Не. Так вот, оп. Ремонтируем Porsche. Porsche, я сказал, ремонтируем. Так, да. Так, что там позвонил тогда? Ладно, хуй с ним. Так, что у нас? Ну-ка, подождите-ка. Секунду. Блять. Навыки. Очки. Хуй, что у нас тут? Доступны очки. Ноль, да? Ладно, хуй с тобой, блядь. Масляный фильтр, замаслить старый, залить новый. Да без проблем, чувак. Сегодня ремонтируем Поршаки. Так, двигатель у нас сзади, конечно. Хотели меня наебать, блядь. Думали, блядь. Так, использовать оборудование. Старая. Чик. Хотя масляный фильтр. По-моему, мы с вами фильтров набрали, да?
Как мне? Как мне залезть? Где тут масло? Порше, блядь. Ага. А ты сука, блядь. Так, блядь. Зову по конскому. Как я тебя там, блядь, должен? Че, полтачки разбил? А, вон, блядь. Вон, блядь. Чик. Так, оп. Блядь, у нас нет нового масла. В10. А, В10, сука. Мы для Джигулей жена покупали. Ёба-боба, блядь. Так, топливо, масло. В10, блядь. В6. Вот такой, да, нам нужен? В12. Давай парочку купим, там еще один паршак стоит. Такс. Че мы, блядь, на Porsche специализируемся? Какая подвеска? Новенький фильтр. Так, наверное, надо опустить. Наверное, надо опустить. Так, сука. Сколько в этого 8, блядь, или в 10, нахуй? Масло-то надо. А, вот. Заныкали. Вот как туда залазить? Нормально. Закрывайся, блядь. Уебывай отсюда, блядь, заебало. Я себе 100 баксов, блядь. За такой корыто. Так, 100 баксов. Так, мы с вами еще заказ. Чё? Я купил своему знакомому. Что это такое допустимое? Сюжетный заказ? А да-ка нахуй пошутся. Такую тачку мы уже ремонтировали, да? У меня в предыдущем видео есть. Только на тачках номера появились. Или они были уже? Германия, блядь. Сидела, ебанула. Так, что с тобой, блядь? Деталь верхняя, тарелка задней пружины. Какой из? Ну-ка, подожди. Угу. Что с ним? Слышен стук подвески. Ебись как хочешь, ну. Ах ты сука, блядь. Так. Поднимем данное корыто. Курнулись, блядь. Не ржавый приезжает. То раньше корыт какие-то приезжали, помните, да? Новый какой, блядь. А, блядь. Подожди. Отшибник ступится. Сейчас поменяем. Новый. Куда ты, блядь, полез? Ёпта, блядь. У нас стакан был новый, да, там.
Так, сейчас, секунду, блядь. Секунду, блядь. Так, снять это. Верхняя тарелка, задняя пружина. Пошли за ней и за подшипником каким-то, блядь. Блядь. Шипник, ступица, колеса и тарелка, да? Так. Тарелка. Тарекла. Тарелка. О, блядь. Берем нахуй. И чё? Чё там, блядь, список? Подшипник, ступица, колеса. Ступица. Ступс. Ступиц. Подшипник, ступица, колеса. Вот он, да? Все, нахуй, блядь. Что-то позже, блядь, сделаю, нахуй. Даже новый, блядь. Еще надо это сделать. Так, раз, два, три. А, блядь. Ну и чё, блядь, берись на. Так. А ты заебал, блядь. Реально управление? Какое дохлое, блядь. Все, что ли? Еще не долго? Колодок до хуя, не пизди. Чё, на новой тачке приехал с салона, у него подвеска шумит. О, долбоё, блядь. Ну, кривой диск поставить. Ладно, мы любим свекля. Все, блядь. Чё такие бабки маленькие? Мы теряем деньги, ну, нет? Да, все, корыто, блядь. Так, пособираем заказики в этой серии. Выбранные. Да пошел ты, сука. Че это корыто? Аху, двигали. Ох ты, сука, уехал, что ли? А, без времени так и будет, да? За корыто, блядь. Че взяли, хуй знает. Ебать, блядь, корыто. Ебать, блядь. Так, стойка переднего стабилизатора, левая тяга. Стойка переднего стабилизатора. Че? Сука, толстый, что ли, стал, блядь? Эти поганые зоны, красота, Порш, это, блядь, чё взяли? Блядь, такая, хоп, так это. Ой. Ладно, разбираем, чё они.
Знаю, знаю. Интересно это. Как выглядит? Еще никак не влияет, полтачки забрали. Зачем это сделали? Там скажете? Сразу на место поставим. Колесо разбирать. Так, ладно. Тяга. Стабилиз. Где, блядь, З? Не вижу. Есть. О. А или Б? Какого у нас типа? Ёпта, блядь. Б. Там тоже Б. Б. Что еще нам нужно? Конечник. Возьмем две штуки. Могу приспали. Так. С этой стороны все равно. Вот мне точно нужно делать. Приходишь тратить на работу такое. Ты умеешь? Откручивать. Еще что-то такое, да, умею. А опыта есть, да. Дошел до 7 уровня. Car Mechanic Simulator, блять. В таких скоростях лучше все новенько, что было. О! 8 уровень у нас. О! Сколько стоит? Списание это. А чё такой шанс на успешный монетизацию заставит? А чё? Так, разблокируйте тест разносства. Как это расширено? Этот прибор позволяет определить состояние шин автомобиля. Для использования выберите его из рогового меню во время осмотра деталей. Разблокирует планшет, позволяет покупать детали в любую часть вашего гаража для использования. Выбить. Все разблокируем, что?
нахуй. Давайте все сейчас продадим. Бабла накопим. Новый, конечно, продавать не будем. Да нахуй. Фильтра. Состояние вообще за мной выкинуть, но нормально, нормально. Нам содержание ручка. Чё за... карта сараев. Что за карта сараев? А, типа там корыта какие-то можно покупать. Хуй, давай сейчас займемся. Блять. Ебать, у нас не барахла, ёпта. А мы как там? А, это мобильная. Что за сарай? Давайте посмотрим, что это такое. Что за дерьмо? Ну. Сколько можем вынести, интересно? Ебать. Нормально так нашли старый тоже. Ебать, мы барахольщик. Ебать, еще один Порш. Вот нихуя себе мы нашли. Цена автомобиля. А-а-а.
21 тысячи, к сожалению, у нас с вами нет. Сейчас барахло продолжается. Порше Америка. 964. Нормальный такой. 60 штук баксов. Пиздец, блядь. Карета. Все тоже забираем. Симулятор металлосборщика как-то. Это купить надо. Видите, да, нахуй, в пизду. Я думал, мы чисто нашли, блядь, да, халява. Можно еще поездить по сараям, посмотреть. Так, снова мы вернулись. Так, инвентарь. Так, это нормально. А что у нас здесь? Да. Содержимое ящика. Получили. Хуйню продаем, продаем, продаем. Блять, а как выбрать? Сука, по одной что ли заебал ты, блять? А то я заебался, думаю. Ебаться тут, пи-пи-пи. Так, да. Давайте все сараи посмотрим. Надеюсь. Так, сарай. 100 баксов еще сдирают. Вот пидораса, блядь. А эти сараи, они остаются у нас? Ну и давай загружай, блядь, заебал. Где мне, блядь, как? Ух ты, блядь. 11 тысяч. Это типа на восстановление. А это что? Ух ты, блядь. 40 штук, блядь. А это что? Ролеем палами. Болт кейп. Сколько стоит? 16 тысяч. Не хватает. Так мы купили, блядь. Отреставрировали. Ладно, съем, блядь. Назад в гараж. Да? Выйти без покупок. Так, мы там были. Ты, не в пизду, у меня тачки, сейчас куплю что-нибудь. Так, блядь. Здесь были? Карта мастерской, заброшенный аэропорт, сарай. Короче, полезно, наверное, искать эти сараи. Хотя мы там ничего не поискали. Блин, вещи. Нахуй, блядь. Сильник, наверное,
космос. 33 тысячи. Короче, без полтинника баксов тут нет. Уникальная деталь. Да. Оп, сараем. Они исчезают, эти сараи. Ну хуёво. Потратили хуевую тучу денег. Можно найти какие-нибудь уникальные тачки здесь. Поэтому. 14 тысяч. О, можно купить. Корыто, давайте купим. Хули нам комарам, да, остальное. А что такое? Ну, 24 тысячи у нас нет. Давайте рискнем. Да. Все, съебываем. Себе домой, да. Причем без покупок, блядь. Купили же нахуй. Купили, бля, бабки потратили, хуй пойми на что. Ну ладно. Ну что, предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии, как всегда. Комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Ставьте лайки, как обычно, комментируйте. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем спасибо. Всем пока.